получение и принятие. Во время этой медитации самое важное – испытывать те чувства, о которых мы будем говорить. Мы станем вызывать ощущение обладания вещами, которыми желаем обзавестись. Будем представлять, что уже сейчас переживаем опыт, который хотим получить в реальной жизни. И сделаем это с помощью ощущения благодарности. Именно благодарности, поскольку, когда мы ощущаем благодарность за что-то, представляя себе, что уже имеем эту вещь, то тем самым приближаем время, когда действительно ее получим. Как только мы отпускаем это чувство, как только расстраиваемся, вспомнив, что все еще не имеем желаемого, сразу же приходит ощущение, что мы никогда этого не получим. И знаете что? Скорее всего, так и будет. Поскольку если вы не ощущаете радости, если не чувствуете благодарности, вы закрыты для принятия желаемого, вы не позволяете ему войти в вашу жизнь. И вам придется тяжелым трудом зарабатывать деньги на то, что Вселенная пытается дать бесплатно. Итак, мы собираемся вызывать в себе чувство благодарности. Сосредоточьтесь и найдите чувство благодарности внутри себя. Неважно за что. Вызовите в себе благодарность за что-нибудь, и затем перенесите ее на то, чего желаете. В этот момент положительные ощущения немного зашкаливают, но нам необходимо более спокойное состояние, чтобы испытать вызываемое чувство без излишнего накала. Поэтому мы усиливаем чувство благодарности, но в то же время как бы снижаем скорость, делаем его мягче, тише, чтобы ощутить его напрямую. Вы готовы? Точно? Удалось найти, нащупать где-то внутри чувство благодарности? Давайте, вытаскивайте. Оно обязательно есть где-то внутри вас. Хорошо. А теперь начнем. Позволение. Принятие. Сделайте глубокий вдох. И с выдохом отпустите окружающий мир. Забудьте о нем. Я знаю, что привлекаю в свою жизнь то чудесное изобилие, о котором слышу в этой медитации. Каждое мгновение наполнено радостью. Каждое мгновение наполнено изобилием. Каждое мгновение я легко и свободно следую за вдохновением, за счастьем, за благодарностью. Именно этим всегда наполнена моя жизнь. Неважно, как обстоят дела сегодня. Даже если кажется, что нечем платить за квартиру, не беда. Неважно, что ситуация выглядит таким образом. Я знаю, что это неправда. Я знаю о своем изобилии. Знаю, что я богат. Знаю, что самое важное то, как я себя чувствую в это мгновение. Знаю, что важно чувствовать себя хорошо, испытывать прекрасное, комфортное ощущение богатства, чувствовать, что деньги льются через край, ощущать радость от того, что позитивные события происходят каждый день, каждое мгновение, их все больше и больше. Важно, что я чувствую себя расслабленным, спокойным, радостным и воодушевленным этими потрясающими ощущениями. Важно, что я чувствую радость, испытываю комфортное ощущение финансовой обеспеченности. Важно, что я чувствую восторг от того, что все, чего я желаю, само падает мне в руки. Важно, что я чувствую прекрасное ощущение благодарности за все это богатство и изобилие, и наслаждаюсь этим изобилием. Сейчас вы можете сделать одно из двух. Взбодриться, вызвать чувство признательности и благодаря этому начать создавать то, чего желаете. Или же вздремнуть. Если вы выберете второе, то, проснувшись, обнаружите, что ваша жизнь осталась в точности такой, как раньше. И через 3 недели она останется такой же, без изменений. Так что взбодритесь, найдите в себе чувство благодарности, поднимите его на поверхность. Не сдерживайтесь, усильте свои ощущения. Ощущайте благодарность. Сделайте это во что бы то ни стало. Я обожаю чувство изобилия.
Меня просто распирает от признательности, от огромной благодарности за изобилие. Только это важно сейчас. Остальное приходит само. Что находится сейчас вокруг, неважно. Ведь я знаю, что внешний мир следует за моими чувствами, за моим прекрасным ощущением благодарности. Поэтому сейчас я сфокусирован на самом важном, на своих чувствах, на радости, на восторге от того, что я один из тех удивительных людей, которые получают все желаемое легко, свободно, без усилий. Неважно, если сейчас так не кажется. Важно, что я чувствую. А чувствую я благодарность, радость, признательность за то, что я один из тех, у кого все и всегда получается прекрасно. Сейчас важно лишь то, насколько хорошо я себя чувствую. В данный момент не важно, что вокруг. Важно, что чувствую я. Я знаю, что когда ощущаю радость, когда ощущаю фантастически прекрасное чувство благодарности, когда испытываю чудесные ощущения изобилия, богатства, здоровья, я привлекаю в свою жизнь всего этого еще больше. Я чувствую себя так, потому что сделал именно такой выбор. Я ощущаю огромную благодарность за возможность сделать выбор в пользу того, чтобы чувствовать счастье, материальное изобилие, здоровье. Знаю, что каждый раз, когда я ощущаю прекрасные чувства радости и благодарности за то, что будто бы уже получил желаемое, Вселенная спешит предоставить мне все это. Знаю, что пока позволяю себе испытывать замечательное чувство благодарности, неважно за что именно, Вселенная воплощает мои мечты. И делает это лишь потому, что я позволяю ей создавать для меня красивые, полные любви и радости, события и вещи, которые наполняют мое сердце еще большей радостью. В эту минуту неважно, реализованы ли мои желания на самом деле, потому что ощущения радости и благодарности сейчас настолько сильны, что раньше я не мог себе такого даже представить. Я чувствую огромную благодарность за свои ощущения, за радостное ощущение богатства, радостное ощущение здоровья, за то, что направляю внимание лишь на все любящее, веселое, изобильное, на бесконечный поток красивых вещей, радостных событий, наполненных любовью встреч. Я излучаю неимоверно высокую вибрацию любви и открыт получению лишь всего самого прекрасного. Я знаю, что каждое мгновение чувствую радость, чувствую благодарность, а потому игнорирую мысли типа «как бы чего ни случилось». Я расширяю свои возможности, увеличиваю свое богатство с неимоверной радостью, с любовью и воодушевлением, с легкостью и без усилий. Я вижу то, что желаю получить, и позволяю себе ощущать сильнейшее чувство благодарности за это. Всему остальному я позволяю проходить мимо. В данный момент нет ничего более важного, чем мои ощущения. Мои прекрасные ощущения от того, что все приходит ко мне так легко, так радостно и изобильно. В данный момент нет ничего более важного, чем наслаждаться ощущениями от моих выигрышей во всех жизненных ситуациях. Радостное, вдохновляющее ощущение от того, что выигрываю везде и всегда. Я чувствую благодарность за то, что выигрываю во всем, за что ни возьмусь. Сейчас нет ничего более важного, чем радостное ощущение благодарности за текущий в мою сторону поток денежного изобилия. Для меня нет сейчас ничего более важного, чем удивительное, невероятное ощущение полной открытости, тотального позволения Вселенной воплотить все мои мечты. Я чувствую благодарность и знаю, что все обстоит именно так. Спасибо. Большое спасибо. Я чувствую благодарность за все, что имею. Чувствую благодарность и за еще не исполнившиеся желания. Я знаю, что каждый раз, когда чувствую такую благодарность, я открываюсь навстречу своим желаниям и принимаю их в свою жизнь. Меня согревает и вдохновляет понимание того, что из всех жизненных ситуаций я выхожу победителем. Это приносит мне и всем вовлеченным в них огромную радость, море любви и вдохновения. Спасибо. Я переполнен любовью и благодарностью. Спасибо. Сейчас только это и важно. Спасибо за этот дар. Каждое мгновение я ищу то, что вдохновляет меня.
ищу самое радостное и интересное, а затем изо всех сил стараюсь следовать за этим, потому что знаю, именно так я приду к воплощению того, о чем мечтаю. Я знаю, что, следуя за радостью, за восторгом, за благодарностью, иду самым коротким путем к своей наивысшей радости и неисчерпаемому изобилию. Я знаю, что крепкое здоровье и долгая жизнь становятся еще одним чудесным подарком за мою радость и благодарность. Я знаю, что это так. С радостью и благодарностью я игнорирую все остальное, позволяя благодарности смыть это, как будто ничего и не было. Спасибо за все. Спасибо. А теперь ощутите благодарность так сильно, как это только возможно. Просто выберите что-то, по поводу чего чувствуете благодарность, и усильте ее. Ощутите ее всеми фибрами своей души и каждой клеточкой своего тела. Теперь обратитесь к тому, что желаете получить, создать или пережить, и перенесите эту благодарность на свое новое желание так, как будто оно уже осуществилось. Скажем, если вы желаете иметь 300 тысяч долларов на счету в банке, то представьте на минуту, что они уже там, и ощутите благодарность за это. Ощутите огромную благодарность за обладание этими деньгами, за то, что можете сделать с ними, за тот жизненный опыт и приключения, которые можете получить благодаря им. Почувствуйте признательность за это. Проделайте то же самое со всем, чего желаете в жизни, со всем, что хотите испытать, что бы это ни было. Делайте так по несколько раз в день. Держитесь за чувство благодарности, усиливайте его каждый раз, и тогда ваши мечты начнут сбываться с такой скоростью, что вы с трудом сможете уследить за ними. Но нам необходимо почувствовать благодарность. Пожалуйста, почувствуйте ее прямо сейчас. Продолжайте усиливать чувство благодарности. Позвольте себе ощущать ее. Что это за ощущение? Что оно означает? Оно сообщает о том, что вы полностью открыты для принятия. Вот что оно говорит. Помните, вы распахнуты навстречу принятию тогда, когда ощущаете благодарность. И это не просто ощущение открытости, это чувство самого процесса получения. Ощущение благодарности означает, что в этот момент энергия желаемого направляется к вам, изливается на вас. Именно это вы ощущаете, чувствуя благодарность. Поэтому продолжайте, продолжайте чувствовать благодарность. Не задумывайтесь о том, как вы этого достигнете, как получите ожидаемое, как все произойдет. Забудьте об этом. Оставьте это на усмотрение Вселенной. Просто чувствуйте благодарность за получение желаемого. На минуту представьте себе, чего желаете, и ощутите благодарность, как будто ваше желание уже исполнилось, и это все, что необходимо сделать. Вот так. А на протяжении всего дня следуйте за тем, что вас вдохновляет, за тем, что дает вам радость. Постарайтесь целый день как можно больше делать то, от чего получаете радость, то, что вы хотите делать. И эта дорога прямиком приведет вас к исполнению ваших желаний. Вот так просто. Thank you.